Здравствуйте, сегодня 24 апреля. Пасмурно, прохладно прям. Даже не прохладно, а холодно. Накрапывает дождик. Но растениям, я вижу, нравится. Вот так вот сейчас у меня такую погодку. О, прошла мимо. Хосты еще не все раскрутили свои листочки. Вот здесь. Вот как интересно. Это еще вот такая. В таком состоянии, а это уже ого, уже все раскрутилось, развернула листы свои. Так, тут до центра молочай, все на месте. Дроником, пиончики. Пиончик. Ну, красота. Это. И здесь такая же красота. Так. Пиончик еще цветет. Редко такое бывает. Дня три, дней пять подержится и под нашим солнцем. Сгорает, листочки опадают. Но это продержится подольше, надеюсь, если дожди его не обобьют. Ну что, держишься еще, красота. А ты чего не закрылся? А, красиво. Чудо. Сюда вернемся. Здесь это красотень. Так, что у нас здесь? Здесь собирается раскрываться. Ну, дождик. Ну, а тут ризы. Здесь еще тюльпанчики. Банан уже не очень красив. Так скажем, совсем не красив. Вот отсюда. Здесь и риски.
красиво, красиво, красиво. Красиво, красиво, красиво. Так, здесь отсюда, не сюда. И, ну, вот она, да, глициния. Там тоже цветет. Да. Может быть, так. Не жарко. Ему нравится эта погодка. Чудная какая. Прелесть. Вот это тут его уже солнышко поджарило. А остальные раскрываются без жары. Здесь уже Red Grace на подходе. И риски. Обрезала розы. Так. Здесь, здесь, здесь. Ты не разгулялась? Так, она побежала, надо кормить розы. Некоторые. Красотища. Немножечко приоткрылись цветочки у пиона. Солнышка не было. И они глупые, закрытые, весь день стоят. Да, они же пахнут. А, так вот. Красота. Каждый день красота. Брунелла. Брунера. Уже все отсюда. Красиво, красиво. Ой, глазочки какие. Ой, какая чудность. Чудесность. Не чудность, а чудесность. Ой, прелесть. Глазки там. Я знала, вы красивые. Ой. Ой, ой. Я вас вижу. Домой. Домой, домой. Здесь, как всегда, красиво.
Гехерки мои. Нички всегда выручают эти. Так красиво. Все, сегодня закончила. Кажется, что много поделала. Хотя и не видно. Красота. До свидания. Всего хорошего. Всем мира, здоровья. Красоты. Красиво.